три. Бери три компотика. Ага. Оливье, мама? Маме оливье. Тебе вкусно? Не. Да, вот этот самый простой. Может, такой? Это Цезарь. Может, это здесь? Это Цезарь. Типа не это, да. Так, коробкой, а маме лапшу, да? Да, давай. Борщ, лапша и коробкой. Что еще? А, нет, с рикадельками. Рикадельками? Да, коробкой. Коробкой. С кариком. Сезарь? Да. Что еще? Так. Да. Есть лапша, борщ, гороховый. Так, борщ, гороховый и с фрикадельками. Гороховый есть, лапша, борщ, солянка. Фрикадельками нету. Что? Фрикадельками нет. Нету, да? Тогда куриный. Или туда второе? А сюда второе, да. Поехали дальше. Пюре, фрикадельки. Маме фрикадельки. А это какое-нибудь мясо. Вот, а звук какой-нибудь. А тебе? Наверное, макароны. Ага. Подкажешь? Ага. Как обычно. Ага. Так, мы все не сделала. Слушай, а второе что будем? Так, там одни макароны с подливкой. Вот с какой? А вот беленькая. Фрикасе, да? Да. Я тут. Суп. Сейчас. Давайте я по борщ. Суп лапша. Так, и еще. Так, еще пюре с фрикадельками. Подлива? Да, вот все. Нужно, да? Да, 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 да. Да. Пюре с азотом. Да, и еще пюре и азу какой-нибудь там мясной. Кого? Ну, азу там, что у вас там? Голубцы, тефтели, что? Мясо есть? Курица, свинина, говядина. Свинина. Так, нам из второго все. Здесь?
Да. Сколько? По два возьми. Ты корочки берешь? Сейчас еще у нас одна второе. Мой зойчик. Сейчас я наберу сад. Мой зойчик.